Всем привет, вы на канале «Строй на строй», это Сергей. Это Никита. Будем проводить сегодня строительный эксперимент. С чем он связан? Многие люди думают, что газобетон – пористый материал и несущей способности никакой не несет. Поэтому дома из газобетона они не строят. Он развалится или что значит? Ну, что если ты поднимешь стены из газобетона, а не из кирпича или другого материала, то у тебя будут проблемы с повесить там кухонный гарнитур, проблемы повесить телевизор. Ты сегодня будешь кухонным гарнитуром, я телевизором. Ты побольше телевизора. Чего это? Сейчас мы просверлили отверстие, получилась дырка. Закручиваем болт, привезли тренажер, на котором сейчас будет телевизор и кухонный гарнитур. Во мне 60 килограмм, Никите 150. Сколько? Попробуем, что из этого получится. Смотри, мы сейчас прикрутили турник на один болт. На самом деле, сколько ты весишь? 60 на 2. 120. 120. 110 килограммов вешу я, 120 килограммов весишь ты. Да, у меня предложение, ты вот со ногами встаешь, а я снизу. Конечно, это эксперимент. На грани с маразмом. Да, то есть он не совсем достоверный, потому что мы закрутили всего лишь на один болт, а мы видим здесь, да, 4 крепления. Кухонный гарнитур и телевизор на такой болт крепить не будут. Ну ты первый будешь. Ну давай, пробуем. Я боюсь, что вот эта колонна начнет падать. Это балка. Она тоже упадет. За этой балкой там две плиты на ней стоят. Они тоже пизданутся. Давай пробуем. Держит? Да ну нахрен. Че? Серьезно? Ты погнул сам турник. Вот, ухо. Ухо, видите, смотри. Оно больше, оно раньше прилегало, сейчас оно вот. Все, здесь палец. А мы второй турник не купили? Ты чё? Боже мой. Я сижу! Ну что, 120 килограмм держит. Усложняем. Я сейчас так же залазю, а ты попробуешь это. Чуть-чуть вес дай. Хорошо, давай. Поехали. Давай. Видно было? Он только что сейчас выдержал 230 килограммов. Ну, условно, да. Горизонт вот тут вот. Сколько весишь, чтобы я делал? 80. 80? Давай, убирай шуруповерт. Ты хочешь третьим? Да, давай, пробуй. Да повис. А как я повис? Мне схватиться нечего. Охренеть. Кирпич держит. Ты весишь 82 килограмма. Да. Ты весишь 120, да. Это 200. Да. Я вешу еще 110. Это 310 килограммов. Можно посмотреть, что... Трещина. Да, трещина в кирпиче пошла. То есть, ну, как бы, все-таки нагрузка... Колоссальная была. Я даже представить не могу, чтобы в эксплуатации дома, живя в доме, чтобы что-то такое повесить. На один болт? Да. Это у нас что? Это мы купили саморез по бетону. Кухонный гарнитур на такой саморез крепить не будет. Он более усиленный. Это несущая стена толщиной 400 мм газобетон. Задача сейчас сделать жесткое крепление, да, к газоблоку и посмотреть, да, как газоблок себя поведет. Совершенно верно. Все, делаем. Делает он, страшно мне. Сука, оторвись! Я предлагаю усилить вес. Сейчас прям? Да. Видно было? Давай еще попробуем. Можешь чуть-чуть подольше повисеть? Ну как я так? Я не могу же схватиться. Ну, смотри, итог. Мы его просто вырвали сюда. Мы его вырвали. То есть, ну, как бы болт, саморез не сломался. Турник погнулся. Ну, как бы 230, да, получается? 230 килограммов. 230 килограмм. Ну, еще очень важный момент, что Никита именно с этой стороны. Да. И как бы вся нагрузка шла на то, чтобы болт оттуда выскочил. Да. Ну, и как бы на выходе, если на дырку посмотрим, действительно, отверстие мы... чуть-чуть расшатали, но результат все равно хороший. Давай 5, коллега. Конечно, несущая способность газоблока, она ниже, чем у кирпича или у того же бетона, но это мы не преследовали это опровергнуть. Мы просто хотели вам показать, что на саморез можно повесить 120 килограммов беспроблемно. Ты висел на нем один, и он не вырывался.
до момента, пока я на него не повис и ногами не дал инерцию на обратную сторону и просто не выдернул нас с тобой двоих из стены вместе с турником. Поэтому можно спокойно поднимать перегородки из газобетона и не беспокоиться о том, что у вас будут какие-то проблемы, повесить кухонный гарнитур или еще что-то. Сегодня с вами был я, Сергей Шкаф, Никита Телевизор и давай к нам, Зубодело Полка. Все, всем спасибо большое за просмотр. Всем пока.